Robin. Robin. Стой, стой. Поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы получили указанные денежные средства? Человек по имени передал мне. В каких целях? Для решения его вопроса. Какого вопроса? Потому что он занимается алкоголем, мы его арестовали или что там приняли его товар. При вскрытии полиэтиленового пакета прозрачного цвета мы обнаружили две денежные купюры достоинством 5000 рублей. Также мы обнаруживаем муляжи денежной продукции в количестве 158 штук.